это мы за городом Орел. В сторону поселка Знаменка. Тут есть такое вот интересное место. Называется Застава. Ну или что-то Знаменская Застава. Есть вот сразу же вот такой шатер со столиками. Можно тут перекусить. Тут дорога недалеко. Если кто едет, какой-то путник, пожалуйста. А тут вообще какая-то чаща или... такой лесок. А вот такой интересный какой-то, значит, острог. Да, какие тут стали тут телеги. Пушка даже для них. Это самая пушка, я говорю. Пушка. Да, Тима, да. Войницы тебе даже. Солнце просили за вас. Я чувствую прям это запах шашлыков, прям такой отчетливый. Это означает, что где-то здесь есть кафешка. Однако территория этой самой заставы такая не маленькая, я бы сказал бы. Ну, там я уже увидел, там шашлыки он жарил. Судя по листьям, здесь дубы.
Нет, там уже кто-то есть, там даже вот это кафешка есть. Там прям вот запах такой свет. И вот там есть еще эти вот указатели, короче говоря, там, значит, кафе какая-то, что-то гридница. Маленький тут ребенок. Ну, можно сюда подняться. На одну из башен. Вот мы оттуда и приехали. А это типа как вот трибуна, наверное, для смотра вот боев, наверное, тут. Вот в этой в клетке. Тут такая клетка, типа. Потешные бои. Закрыто, да. Мини-зоопарк есть, тратный зал, кафе, детская крепость. Тимош, пойдем, Тима. Дальше. Эти решили искать там деревья. Мне интересны вот эти вот строения. Желуди тут, кстати, еще большие. Тимоша, пойдем сюда, иди сюда. Там дальше чаще или лес? Коняшки, я так думаю, это где-то здесь. Что там такое нашел? А что это такое?
Победа. Это непонятно. Нет, или яблочко, или что-то такое. Вот тут сколько тут шишек, кстати, глянь, Тима. Шишки тут. Шишек сколько у нас. Мы искали шишки, значит, на поделке. Тут елочки. Они что-то там отстали со своими этими деревьями. Не, интересное место, кстати говоря. Сказочное. Грибница. Ты, может, ты куда побежал? Куда? А, киса там. Она сбежала от тебя, видишь? Это строит небось ладьи, что? А, это что-то такое. Интересно. Да? Олененок? А, да, вон, Тимоша. Тимош, Тима, иди сюда, Тима. Шишки есть, Тимош, глянь, тут какие большие шишки. Вот мы искали как раз от сосен. Коровки, Тимош, иди коровку-то посмотришь, Тима. А, вон девочка там это взяла, тут кошку, да? Тимош, вон еще одна кошка, Тима. Вон еще кошечка, глянь. Это котенок, да? Где там котенка просто это? Звездочка, да? Тима, ты гоняешься все за какой-то еще кошкой. Она в шишке, глянь, она прямо это самое, в зубах шишки что-то натащит, глянь. Вон у нее там это, в зубах шишки. Что-то шишки ей там кидаешь, да, Тима? Вон, она все туда совала, кстати, где, видишь, там какой-то сарай. Тимош, иди вот-то посмотри, что это коровка есть, Тима. Она ушла, может быть, сейчас. А, нет, вон идет корова. Она ушла, правда, уже. Загон для местного рогатого скота. Тима, не ешь шишки, не надо как котенок делать, Тимур. Тима, не надо, ну-ка будь Тима. Тимош, пойдем, Тима. Тимоша. Не кидай, что ж ты делаешь? Сейчас пойдем искать там своих, Тима.
О, сколько, глянь, тут овечки. Тимош, овечки, гляньте. Козочки. Козел. Козел, наверное. Но вымя у него там вот там есть, я чуть не вижу. Вот тут еще идет, но отлик. Тебя что, отлик надо? Ну, это бабушка все тут сидят, сейчас пока снимает. Подожди. Вот этого козла интересного. А не кошка, ну не кошка просто пошли. Вон отлик идет, да. Вон отлик. Котята-то бегают. Солнце уже там, ладно. А, ну так что-то спорт вроде. А дети, они их особо-то и боятся, да. Они вон там это кошечек. Там они прячутся, да? Это звездочка зовут. Вот этого серого. Он еще. А там еще коровка там гуляла, вот мы это видели. Это ее тоже уже куда-то вели. Кто говорил? Кто говорил? Моська? Ну там вы это в теньке были, может ты замерз. А я еще хотел, кстати, вон еще вон ту печку. Русскую печь. Вот. Да.
что она основная, да, там. Но она сегодня не работает. Или, может быть, уже на зиму закрылась. Да, она уже съехала уже. Пойдемте. Так, мы от заставы вот уже поехали в сторону Орла, в сторону города, но и не могли, конечно, проехать вот такое сооружение, которая находится прямо по пути в город Орел. Такая вот арочка входная. Точнее, их тут две, как бы, да, там точно полсферы. Эта постройка была сделана в годах 50-х-60-х. К тому, что то есть там дальше был выставочный какой-то там павильон, то есть местный ВДНХ. Скорости через несколько там десяток лет, конечно, уже то есть не стало ничего от этого там выставочного, значит, павильона, но входной комплекс такой вот остался шикарный, конечно. Мы тут даже фотографировались на свадьбу. Мы сюда, то есть когда женились, заезжали и фотографировались, устраивали фотосессию. Так вообще за этими сооружениями это Знаменский лес. Вот по карте. Конечно, тут очень много стаканчиков, бутылок. Понятно, что люди за лето сюда не один раз заезжали в цель.